Приветствую вас, дорогие наши зрители, вы на канале Мистер Хант, и у нас первый взгляд на игру «Маленький крошечный городок». Игра вышла 3 июля 2024 года, стоит она 280 рублей, доказательство того, что все хорошее приходит по 3. Добро пожаловать, конечно же, в эту игру, так пишут в описании. Короче, я как понял, это как в стареньких тех играх любимых, в которых мы зависали раньше, там, от Алавара и так далее, где нужно собирать это, типа, цветам и так далее. Здесь только нужно расширять города. Скорее всего, что-то такое. Выбрать карты, творческий режим. Давайте выберем карту. Так, зеленые равнины X5. Хорошо, что нужно здесь делать? Самый большой город на этих землях. Хорошо. А, типа двойная трава. Серьезно? Или? А, подожди, а как это? А, пока еще не удуплил. Здесь особо описания, так сказать, не было. А, нужно прям расстраивать, что ли? Серьезно? Подожди. А как? Я управление еще не могу понять. Суть. А, появляется у тебя вот такая штука. Дерево собрал, все. То есть я думал, здесь нужно подтверждать, а оно как бы вот так вот работает. Как автоматика типа. Так, здесь костра нету. Давай сделаем так. Хорош, дрова появились. Сюда. Дерево, сюда. Что у нас еще? Подожди, еще двойное, да? Двойное сюда, двойное сюда. Отлично, собрал. Так, что это? А, просто барашки проходят. Давай вот сюда тогда соберем. Но эта елка не такая вроде, если я не ошибаюсь, опять же. А, нет, они все собираются, да? И происходит как бы такой небольшой кемпинг. Собирается. Так, двойной. Давай двойной сюда. Это вот сюда. Это тогда вот сюда. Камень сюда. Это вот сюда. Собрал, да? Дорога расширилась, типа. Сюда. Ага. Типа. Меня птицы отвлекают. Пусть будет так, хорошо. Ага. Так, двойной. Тройной. Так. И... Они соби... А, ну да, он типа происходит двойной. Короче, типа объединение. Как комбо происходит, да, определенное. Мне бы вот эти собрать было бы очень прекрасно. У меня не получается. Бля, что я тут наделал? Я просто в шоке. Что я сделал? Это просто трэш. Ну я с настройками просто еще разбирался долго, поэтому такая вот дичь произошла. Непонятная у меня. Поэтому я с настройками запутался. Все, просрал. Давай. Ну тут надо переиграть. Нет. Ну я просто с настройками не понял, да. Как здесь, что и как, и почему. Я теперь я сообразил, так сказать. Хоп, видишь, что? Сразу же, да, начал прям. Хорошечно. Так, дерево пусть будет здесь. Хотя это неправильный ход на самом деле. Ну да ладно. Ай-яй-яй, все, я прям испугался. Я прям конкретно испугался. Так, дрова есть.
Так, два. Так, отлично. Давай вот сюда бахнем. Так, еще одно дерево, еще одно дерево, еще одно дерево. Если два сюда, он же не заденет, правильно? Бляха-муха, камней тут накидал себе. Полупокер. Блядь, я вот здесь тупик себе сделал, но дебил же. Дебил, конкретный причем дебил, не подумав. Все. Тут тоже жопа. Боже мой, а тут надо логически продумывать, а я совсем не думаю своей тупой башкой. Бывает, конечно, да. Забываю, что определенные вот эти треугольники, они как бы должны... Как вот этот здесь кемпинг появился? А, это же я поставил. Вот видите как, ну просто элементарная тупость. Ну да. Так, раз, два, три. Дерево. Раз, два, три. Ой. Вот сюда бы дерево было бы хорошо. Слушай, а если... Угу, вот так правильно. Три. Раз, два, три. Ебой. Дерево. Раз. Камень, камень. Сюда. Еще больше стал камень. Бля, я здесь город не дострою таким типом вообще. Вот сюда надо дерево. Угу. А когда... А можно посмотреть и понять? Но тут показывают следующее, ладно. Просто, ну, как бы, тут... Я пытался смухлевать, но в итоге... Сам себя лоханул, да? Два, три. Все, вот, ну вот опять тупик по факту. Я же не знаю, но вот следующее я вижу, понятно. Тут я вижу. Тут я вижу. Тут я вижу. И все, ну и что делать? В смысле? Писус какой-то, подожди. В смысле? Подожди, есть у себя... Это что такое? А, можно что-то разра... А, у тебя... Блин, ну тут, скорее всего, можно... Обучения нету, и поэтому вот так вот все тупится у меня. Я дерево построил, ну, ж молодец. Хорош, хорош. Так. Итак, 4. Так, 2. Дерево. Вот видишь, вот по факту тупики происходят, как бы определенные. Следующая будет елка. Ну, давай здесь построим. 2, кемпинг. Так, сюда, 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 елка. Раз, два, три, елка. Раз, два, три, елка. Ух, как хорошо! Да, я думал, там елка будет, удалить. Как вот это можно снести нахрен? Откуда здесь? А чё вот следующее это? В смысле? Показывают же следующее, типа. Я и думал, что как бы вот так вот все происходит. Так.
Так, допустим, вот еще бы дрова собрать было бы очень хорошо. Вот это, конечно, тоже лоходрочество. Так, подожди. Сюда, сюда, сюда. Кемпинг. Так, вот почему? Что сейчас будет? Какой ход? Что сейчас? Ты не видишь, вот ты не понимаешь, что здесь происходит. Какой ход будет следующий? Я вот вообще... Это так сложно понять на самом деле. Где здесь изображение? Просто здесь написано следующее. А по факту вроде совсем другое. Это сло... Ну, по крайней мере, для меня глупенького это очень сложно. Это ж писец. Равнины. А если творческий режим чисто? То есть я могу здесь чисто настроить? О, тут машина ездит. Хм, прикольно. То есть можно прям наделать. Ну тут небольшой выбор на самом деле. Ну, папа. А, тут можно построить елки, дрова. А, вот уже все. Нужно, короче, раскачивать уровень, чтобы строить большие особняки. А так вон, бац, камень поставился. Я понял, понял. Ну вот, что есть, то есть, как говорится. Прошу прощения за мои неправильные глюки, тупые дрюки. Вот, но здесь, смотри, есть темы прикольные, да? То есть лес, там, херес, Хэллоуин, конфеты, шметы. Вот, но у нас только лес. Поэтому на этом у нас все. Не забывай ставить лайкос, подписываться на канал. И всем спасибо, всем пока.